Здравствуйте, подписчики. Заехал к Самвелу. Он продолжает утепление и отделку фасадов пенополистиролом ППС 16F. Мострой 31. Толщина 150 мм. Система Баумит. Приклейка. Клей NivaFix. Базовый армирующий слой ProContact. Будет использоваться бийский фасадный дюбель. Сетка Bautex Crepex 2000. Элементы примыкания. Белопласт. Видите, все запаковано. Для того, чтобы спокойно работать и не пачкать рамы оконные. Мы здесь уже были. Я снимал начало работ, когда Самвел приклеивал первый ряд листов. Сейчас он работает, уже доклеивает второй этаж. Ему осталось пару дней. Ну и дальше уже дюбеля, базовый армирующий слой. И, собственно, виден уже финиш. Окантовка. Уклоны под установку подоконных отливов. Элементы примыкания с сеткой. Работа идет своим ходом. Сколько тебе еще клеить примерно осталось? Два дня. Два дня, да? Если дождь не мешает. И снег. Вчера снег был. Я везде ездил, нигде снега не видел. Все мне скидывают так по колено аж. Здесь не село, но было. Окантовка клея, липухи. Видите, приклейка. Не хватило клея, да? Сейчас ездил на объект, там ребята фасад демонтируют, минвату. Приклейка на гребенку. Ничего не приклеилось нормально. Видно очень хорошо. Я эти видео смотрю. Нет, а есть... Еще! Их вот только что ездил к ребятам, белорусы снимают. Когда краску снимали, да? Видели. Дофига, дофига. Самвел продолжает наносить клей. У тебя 120 или 150? 150. 150, да? Угу. Вот так вот листик. Обратите внимание, приставляется, ставится на ступеньку и потом продвигается всей плоскостью.
тебя стенки здесь ровные, да, на доме? Там чуть-чуть, ну, нормально здесь. Угу. Ну, нормально. Поэтому ты делаешь по уровню. Не, да, да, ровно. Не под шнурки. Только тут стена, там сантиметр полтора там разница была. Угу. Там уже шнурку накидывал, да? Да. Ну так проверяешься шнурками, да? Да, конечно. С рейками и шнурками. Угу. Так, перевязка листов на углу. Здесь еще пока не делали. Вот мы с вами посмотрели дом, проверили качество выполнения работ, качество приклейки. Все хорошо, есть маленькие замечания, но Самвел их обязательно исправит. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Счастливо, до свидания.